Из-за обрушения стены гаражного бокса одного из коммерческих предприятий в Билибино скончался 32-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности нам рассказали в окружном управлении Следственного комитета. 3 января текущего года в утреннее время на территории склада, принадлежащего одному из обществ с ограниченной ответственностью города Билибино, на 32-летнего водителя обрушилась составная часть кладки стены гаражного бокса в виде бетонных блоков, в результате чего мужчина получил множественные телесные повреждения, от которых в последующем он скончался в медицинском учреждении. По данному факту Билибинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.